Doar prin ochii tăi îmi văd fericirea. Sufletul îmi cântă când mă privește. Iar cu tine lumea pare mai mare. Când în șoapte noi ne spunem povești. Atunci când stele ca sperăm că-și vor găsi dorința potrivită. Atunci când visele se nasc, chiar tu prin zâmbete mă faci fericită. Pentru că n-avem un motiv anume, pur și simplu e. Pentru că ne iubim și avem în noi acel nu știu ce. Сегодня мы продолжаем знакомиться с государством, омываемым водами Индийского океана – Шри-Ланкой. В прошлом выпуске мы начали знакомиться с местными жителями Цейлона. Сегодня продолжаем. Руслан – один из 6 сыновей большой ланкийской семьи. Ответственно относится к работе, семейный бизнес на пляже, ну а в свободное время занимается серфингом, ну и в целом любит развлечься. I go surfing for like 2 kilometers. Занимаюсь серфингом в 2 километрах отсюда. Это достаточно хороший пляж. Большие волны? Нет, маленькие волны. Хороший пляж. Я знаю, твои некоторые братья создали семьи. А где твоя жена? Нет, я не женат, я еще молод. Может быть, подруга есть? Нет, подруги тоже нету. You like freedom? Yeah. Ты любишь свободу? Да. Мне нравятся девушки не из Шри-Ланки. Может быть, европейские или, может быть, русские девушки. Вот на них мог бы жениться. Тебе не нравятся местные девушки? Нет. Может быть, со временем найду подругу в Шри-Ланке и через 10 лет уеду. В будущем ты поедешь в Европу или в Россию? Я поеду в Россию. Время покажет, может быть, мечта Руслана окажется реальностью. И когда-нибудь он переберется из жаркой Шри-Ланки к нам сюда. Ну уж очень он хочет прохладные сезоны иметь, как в России. Самостоятельный отдых на Шри-Ланке может быть очень дешевым. Цены на продукты, вещи, отели, транспорт очень низки. Основная статья расходов – авиаперелет. Для посещения этой страны требуется виза, получить которую не составит никакого труда. Электронное визовое разрешение на въезд можно сделать, заполнив анкету на сайте консульства, и будет стоить это $35, либо же по прилету за $40. Так что о визе лучше позаботиться заранее, чтобы не тратить время в аэропорту. Самостоятельное путешествие по Шри-Ланке может быть очень разнообразным, сюда едут не только за чистейшими пляжами. На острове большую часть достопримечательностей составляют исторические постройки и национальные парки. Именно в этой стране я исполнил давнюю мечту – увидеть настоящих китов. И побывать на сафари, где не ходишь среди клеток, как в зоопарке, а ездишь на джипе среди диких животных в национальном парке. Ну а железные дороги в Шри-Ланке – одни из самых красивых в мире. Точнее, места, где они проходят. Ну и самый красивый участок между населенными пунктами – Элла-Нувара-Элия. Тут поезд – просто местная достопримечательность. Туристы собираются для красивых кадров как в местах прохождения состава, так и в самом вагоне делают потрясающие кадры. Sri Lanka is an island with nice beaches, sandy beaches. Шри-Ланка – остров с хорошими пляжами. Тут солнечно, зелено. Леса, нетронутые уголки природы, животные. Национальные парки со слонами, киты в море. Множество людей посещают Шри-Ланку, чтобы насладиться всем этим. Это хорошая страна для посещения, так как тут нет войн. Замечательный отдых, вкусная еда. Добро пожаловать в Шри-Ланку.
Кстати, в туристических местах местные понимают русский язык, но не показывают этого так откровенно, как, например, во Вьетнаме или Таиланде. Допустим, вы решите покритиковать товар, думая, что вас не поймут. Но продавец может все прекрасно понять. Это нужно учесть. Вообще, Шри-Ланка – прекрасное место для отдыха в любое время. Главное – правильно подобрать побережье. А идеальным вариантом будет отправиться по стране без тяжелого чемодана, с рюкзаком, налегке и не сидеть на месте. Так что Шри-Ланка – это та страна, в которую еще стоит обязательно вернуться. I translate later. Смотри. Смотрите новости Новочебоксарска. Смотрите. И смотрите. Новости. Новости. Новочебоксарска. Новочебоксарска. И смотри. It's hard, bro. It's very hard. Begin, begin. No, it's матрешечка. Новости. Новости. Новочебоксарска. Repeat, repeat. Смотрите. И смотрите. Новости. Новости. Новочебоксарска. Новочебоксарска. It's hard. Free word. Yeah. И смотрите. Новости. Новочебоксарска.